Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я думаю, что каждому из нас знакома ситуация, когда, долго находясь в одном положении или при резких поворотах туловища, мы можем испытывать боли в области сердца, боли в спине или даже в пальцах ног. Причиной всему этому может быть одна из самых распространенных ситуаций – это остеохондроз позвоночника. Сегодня мы хотим поговорить об этой проблеме с главным невропатологом нашей республики, с профессором Игорем Ахшарбековичем Торчиновым. Остеохондроз позвоночника, к сожалению, удел каждого человека. Каждый человек в определенном возрасте заболевает остеохондрозом позвоночника. Само название этого заболевания, оно несколько, на мой взгляд, экзотично звучит. Остеохондроз позвоночника. Некоторые люди, даже порой коверкая, не понимая смысла, это относится и к врачам. Если перевести название этого заболевания с латинского на русский язык, то название будет выглядеть следующим образом. Остеохондроз позвоночника – это невоспалительный процесс в костях и хрящах позвоночника. Это действительно невоспалительный и не деструктивный процесс, а это дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника и всех его элементов. Это приводит к поражению нервной системы. Поэтому остеохондроз относится к вертеброгенным заболеваниям нервной системы. Это значит, первопричина – это в позвоночнике, вертеброгенная причина. А следствие – это страдания нервной системы. Была разработана травматическая или механическая теория происхождения остеохондроза позвоночника. В вертикальном положении человека усилия на позвоночник или физические нагрузки равны весу половины тела человека. В среднем это 30-50 килограмм. Представляете, 50 килограмм. Попробуйте носить на себе вот такой вес. Мешок, допустим, с картофелем в 50 килограмм. Конечно, это все будет отражаться на состоянии позвоночника. Наклонившись всего на 10 градусов, что мы делаем в положении сидя, мы никогда не следим за своей осанкой. Посмотрите на людей, которые работают в положении сидя. Все физиологические изгибы позвоночника нарушены. Спина горбылем. И в этом состоянии физические нагрузки утраиваются и даже увеличиваются в 5 раз. Это легко рассчитать по принципу рычагов. Значит, если нормальная, так скажем, физиологическая нагрузка на позвоночник 30-50 кг, умножьте на 3 или на 5, получается сотни килограмм действует на наш позвоночник. Это только лишь тогда, когда мы наклоняемся на 10 градусов. А при попытке поднять вес с пола, усилие на позвоночник или физические нагрузки увеличивается до тонны. Естественно, никакой позвоночник не выдержит. И в ответ развиваются дегенеративные изменения в форме остеохондроза. Вторая по значимости причина называется инволютивная или инволюционная. Ну, а проще говоря, это возраст человека. К сожалению, с возрастом происходят биохимические процессы в сторону деградации и, прежде всего, обезвоживания во всех органах и системах, и в том числе в позвоночнике, что меняет эластичность межпозвонковых дисков, приводит к разрушению их, а в дальнейшем процесс распространяется и на позвонки, и на связочный аппарат. Так формируется остеохондроз позвоночника. Остеохондроз в основном проявляется тремя основными формами. И не только. Первая форма – это спондилоз.
Наверное, каждый человек слышал об этом. Спондилоз. Между позвонками, соседними позвонками, имеется сустав. Его состояние обеспечивает правильную подвижность. Суставная полость заполнена хрящом, который называется межпозвоночным диском. Так вот, при остеохондрозе развивается остеохондроз в виде спондилеза. Это то, что в народе называют отложение солей. Вот на этом муляже это прекрасно видно. То есть вот в норме нам покажите, как вот он. Да. В норме. Вот он в норме такой. Висит такого цвета приятного, межпозвонковый диск. Сами позвонки аккуратные, без деформации. А вот на этом муляже видно, что диск расплющен, и сверху и снизу растут остеофиты. Это краевые разрастания. Вот в народе эти краевые костные разрастания называют отложением солей. По форме это правильно, но по содержанию абсолютно не так. Никакого отношения остеофиты к солям не имеют. Вторая форма остеохондроза как морфологического субстракта – это грыжи диска. Все знают, что у людей могут формироваться грыжи диска. Я скажу, что из 100 грыж дисков только одна будет неблагоприятна. Грыжа – это выпадение центрального содержимого межпозвонковых дисков за пределы фиброзного кольца. За пределы фиброзного кольца. Вот на этом муляже это видно. При остеохондрозе фиброзное кольцо или наружная оболочка межпозвонковых дисков разрывается, и содержание этого диска выпадает за пределы. Грыжа может быть направлена кпереди, в бок. Здесь ни спереди, ни сбоку нет никаких важных нервных образований, поэтому больших неприятностей она не доставит. Но в единичных случаях грыжа может выпадать в сторону межпозвонковых отверстий, это значит в бок и сзади. Через эти отверстия выходят нервы или корешки. Вот если грыжа компримирует этот корешок, человеку не повезло, она выпала именно в ту сторону, где находится корешок, вот тогда возникают страшные корешковые боли и другие неврологические симптомы. Если обследовать относительно здоровых людей, то у каждого человека, взрослого человека, могут быть грыжи. Но это не говорит еще о том, что он может стать тяжело больным. И третья форма остеохондроза – это спондилоартроз. Не путайте со спондилезом. Дело в том, что позвоночник имеет суставные отростки, которые, сочленяясь, образуют межпозвоночные суставы, о которых сейчас пойдет речь. Так вот, состояние этих суставов обуславливает прочность всего позвоночника. Так вот, эти суставы могут тоже поражаться междегенеративным процессом, в частности, остеохондрозом. Вот межпозвонковые суставы. Они тоже могут поражаться, как я уже сказал, и вызывая большие неприятности человеку. Но не только эти три формы, названные мной, являются проявлением остеохондроза. Многие слышали о таком проявлении остеохондроза, которое называется грыжа Шморля. Иногда панику вызывает у людей. На самом деле это симптом остеохондроза, он говорит о том, что остеохондроз есть в позвоночнике, но клинически ничем не проявляется. Если грыжа диска направлена в горизонтальной плоскости, то грыжа Шморля вертикально, содержимое центра межпозвоночного диска вдавливается в тело выше и ниже лежащих позвонков. Она не компримирует никакие нервные образования и не вызывает никаких неприятностей. Проявления остеохондроза могут быть самыми различными, симулируя заболевания других органов. Остеохондроз, а точнее его клинические проявления,
или неврологические осложнения всегда неприятны. Но одно из осложнений неврологических – это рефлекторный симптом, который возникает вследствие остеохондроза при раздражении вегетативных окончаний нервов, которые иннервируют сам позвоночный столб. Эти симптомы неврологические могут возникать местно. Каждый из нас, каждый взрослый человек, наверное, ощущал боли в пояснице. Неловко встал или оступился, внезапно возникла боль в пояснице. Это называется люмбага или поясничный прострел. Или же рефлекторно боли могут иррадиировать в стопу. Многие из нас ощущали боли на периферии или парестезии в виде немений, ползания мурашек и прочих ощущений. Причина в позвоночнике. Но это, так сказать, первый звоночек, который указывает, что может случиться катастрофа. А катастрофа – это компрессионные синдромы и прежде всего радикулопатии, когда образование остеохондроза, о которых я уже сказал, компримирует нервную систему, в частности, спинальные нервы или корешки. Если поражается группа корешков, это может привести к парезам или даже параличам. Известны и сосудистые синдромы при позвоночном остеохондрозе. Дело в том, что в плане кровоснабжения позвоночник и спинной мозг, который находится в позвоночном канале, находятся в ущербном состоянии. Буквально 10-15 лет тому назад считалось, что спинной мозг кровоснабжается множеством сосудов, которые заходят вот в эти межпозвоночные отверстия. Теперь уже известно, что практически весь спинной мозг кровоснабжается всего лишь одной большой корешковой артерией. Так вот, проявление остеохондроза, остеофиты, грыжа диска, может компримировать этот сосуд. И тогда возникает спинальный инсульт. Инсульт, наверное, люди знают, что это такое. Это всегда серьезное заболевание. Чаще всего возникает в церебральных сосудах, в головном мозгу. Но не менее страшное заболевание – это спинальный инсульт. Так что остеохондроз может привести к спинальному инсульту, а это проявляется парезами или параличами. Короче говоря, человек может быть в связи с этим обездвижен полностью. Мало того, у него могут возникнуть тазовые расстройства. Это значит, больной может, ну, ходить, грубо говоря, под себя. И, к сожалению, эти процессы необратимы, и люди могут остаться инвалидами. Одним из известных методов диагностики является рентгенография. Однако недостатком метода является его невысокая информативность в распознавании особенностей состояния позвоночника. Сейчас внедрены высокотехнологичные диагностические методики, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография, которая с большой точностью выявит все дегенеративные нюансы, которые сопровождают остеохондроз позвоночника. И по ним можно судить, какую терапию выбрать, какую тактику в лечении больного нужно выбрать. В некоторых случаях на основании этих исследований мы рекомендуем хирургическое лечение. А что у нас есть нового? Совсем недавно в практику, в диагностическую практику нашей республики внедряется новый способ диагностики дегенеративных изменений в позвоночнике. Он не такой дорогостоящий, но довольно эффективный в плане диагностики. Это ультразвуковая диагностика, которая с помощью ультразвуковых методов может диагностировать и грыжу диска, и наличие остеофитов. И даже по этим исследованиям можно найти показания к хирургическому лечению.
Нас заинтересовал новый метод диагностики поражений позвоночника, и мы решили побеседовать с доктором о возможностях и перспективах этого исследования. Есть заболевания позвоночника, которые проявляются болями в нижней части спины. При этом не обязательно у человека может быть грыжа или какое-то там смещение. Просто бывает неспецифическая боль в спине. Причинами которой могут быть просто остеохондроз, изменения диффузные в позвонках, в суставах. Это не обязательно видно на рентгене, то есть на рентгене еще ничего не будет видно, на томографии тоже не будет видно. А на ультразвуке мы можем проследить, насколько изменяется структура диска. То есть даже можем предполагать, что вот через какое-то время будут какие-то проблемы у человека, если он не проведет какие-то процедуры определенные. То есть мы можем прогнозировать развитие какой-то болезни у человека. Может ли человек без назначения врача проводить себе подобное исследование? В принципе, может. Почему нет? Потому что это процедура абсолютно безвредна для человека. Можно провести это обследование и уже с заключением идти уже к какому-то специалисту. То есть можно определить, кому ему надо пойти, к невропатологу или гинекологу. Может, еще к кому-то надо обратиться. А скажите, какие жалобы человека должны нацелить на то, что нужно сделать УЗИ позвоночника? Это абсолютно разные, учитывая то, что позвоночник у нас отвечает практически за все органы и системы, от него зависит функционирование всех органов и систем. Мы проводим исследование шейного и поясничного. К сожалению, грудной отдел мы не можем исследовать, учитывая мышечный и реберный каркас. Там не просвечивает ультразвук. То есть жалобы абсолютно разные могут быть. Головные боли, головокружение, боли в затылке, в шейном отделе, в плечевых суставах. Даже иногда боли в руках, в пальцах рук, то есть онемение пальцев рук, боли в поясничном отделе. Иногда боли бывают даже просто в пальцах ног. Просто боль в пальцы ноги болят, и оказывается, что грыжа у человека. Недостатки у этого метода есть? Грыжи тоже бывают разные. Очень часто заднебоковые, фораминальные грыжи. Бывает затруднительно на ультразвуке тоже просмотреть. Если клиника не совпадает с тем, что мы обнаружили при ультразвуке, конечно, мы советуем дополнительные методы обследования. Это или рентген, или томография. Это, естественно, все проводится в сочетании, то есть обязательно комплексное обследование, потому что ультразвук – это не единственный исключительный метод диагностики, естественно, при остеохондрозе. Обязательно должно быть комплексное обследование. У вас были ситуации, когда именно с помощью вашего метода был поставлен правильный диагноз? Приходят с болями, которые мучаются уже по нескольку лет, и вот пришли, и впервые был поставлен диагноз, например, грыжа там, или протрузия, может быть, или какой-то выраженный хондроз или сколиоз. И уже после нашего обследования они обратились к специалисту, к невропатологу, то есть проходили лечение. Мы работаем совсем недавно, поэтому результаты проследить я еще не могу, поэтому в дальнейшем, я думаю, буду наблюдать за тем, как люди лечатся, и там уже видно будет эффективность обследования и лечения дальнейшего. Многие люди боятся провести рентгенографию, томографию сделать. Это и дорогостоящее, и проблематично записаться, поэтому они запускают свое заболевание, то есть в плане диагностики удобства для больных. Вот ультразвуковой метод, мне кажется, очень удобен, то есть можно провести исследование и далее уже лечиться, чтобы не запускать это заболевание. В следующей передаче мы обязательно продолжим нашу беседу с профессором Торчинтовым об основных методах лечения остеохондроза позвоночника. А пока до свидания, до новых встреч и будьте, пожалуйста, здоровы!